20 апреля отмечается как Национальный день донора крови. Он посвящен в первую очередь самим донорам, людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. В день донора отдельно отмечают труд врачей, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станции, переливание крови, а также разрабатывают новые методики. Донорская кровь для переливания требуется постоянно. Быть донором может только здоровый человек. Оптимальный возраст 18-20 лет. Однако верхней планки, до какого возраста можно быть донором крови, не существует. Если человек здоров и хорошо себя чувствует, его, скорее всего, допустят до донации. Как говорится, было бы желание. Мы решили узнать, как к этому относятся жители нашего города. Не сдавал никогда ни разу кровь, но я считаю, что это нужно для сохранения жизни. Молодая была, интересно. Как вы считаете, вообще нужно сдавать кровь, участвовать в донорской акции? Обязательно. Ну, просто я считаю, что это нужно было сделать, чисто по-человечески. Кому-то она же нужна. Как вы считаете, нужны вот такие акции? Да, конечно, конечно. Здоровые люди должны сдавать кровь. У меня муж сдает кровь. Вот, а вы нет? Мне уже возраст не позволяет. Со студенчества сдает. Отрицательный резус очень необходим у нас. Как раз сегодня сдает. Обычный донор проводит в кресле около 15 минут. За это время он сдает 450 мл крови. И этот, казалось бы, небольшой объем может спасти жизнь даже не одного, а трех человек. Почетными донорами России считаются люди, которые за свою жизнь 40 раз сдали кровь и ее компоненты или 60 раз пожертвовали плазму. Кроме значка «Почетный донор», эти люди могут рассчитывать на ежегодный отпуск в удобное время, согласно Трудовому кодексу, получение медпомощи вне очереди в госучреждениях и право приобретения путевок в санаторий по месту работы или учебы.